Сывлах сунатоп, как говорят чуваши. С вами Андрей Мичуров, а со мной не соскучишься. Вы смотрите программу «Шоп жил да здар». Что бесит Кристину Асмус? Крутым парням солнце светит всегда. И Steel DRE. Подробнее об этом и не только в сегодняшнем выпуске. Похоже, что Кристине Асмус окончательно надоели все комментаторы и обсуждения ее личной жизни. Актриса выложила необычный пост, призванный как порадовать подписчиков, так и вызвать очередную волну обсуждений. На фото Асмус стоит под струями воды, а вместо какого-то текста в подписи 25 хэштегов, комментариев, которые, судя по всему, больше всего бесят Кристину. Например, накормите Асмус, скиньте рубль на карту, чё мы там не видели, завидую Гарику, не завидую Гарику, с кем дочь, где Петров и так далее. Ну действительно, чё пристали? Эл Соло, некогда лидер одной из самых известных рэп-групп Поволжья «Белые братья», поделился снимком в честь теоретического 26-летия команды, что, как в шутку предполагает Эл, могло бы стать чувашским национальным праздником, не распадись группа в 2005 году. Официальным днем рождения «Белых братьев» является 19 февраля 1994 года, первая победа группы под таким названием на региональном фестивале в городе Чебоксары. Eminem поздравил своего наставника Доктора Дре с 54-м днем рождения. So everybody just follow me. Присоединяйтесь, говорит М, и тоже поздравьте Дре. Мой тезка не особо активен в Инстаграме, но я уверен, что он смотрит нашу программу. Так что с прошедшим, мистер Янг. Ну и на десерт. Моника Беллуччи стала одной из героинь нового спецвыпуска итальянского журнала «Le Ficelle». Актриса украсила обложку номера и приняла участие в новой фотосессии. Съемка прошла в одном из самых известных отелей Парижа, с террасы которого открывается вид на весь город и его главную достопримечательность – Эйфелеву башню. Хотя мы-то с вами знаем, какая достопримечательность на фото главная. Время рассказать об инстаграм-аккаунтах наших зрителей. Познакомлю я вас сегодня с Кириллом Лавровым. Кирилл – дизайнер, и как человек творческий, видит этот мир немного по-другому. Особенно хорошо у него получаются фотографии с дополненной реальностью, где, казалось бы, неприметные предметы буквально оживают. А если и вы, друзья, хотите попасть в наш выпуск, хватайте телефон и прямо сейчас сделайте в Инстаграме любую интересную публикацию, отметьте аккаунт Медиа Академии, поставьте 3 хэштега, и о вас узнает весь Казахстан. А с вами была программа «Шок жил да здар» и я, Андрей Мичуров. Не стесняйтесь быть людьми. Шок жил да здар.